Я мог парировать баллисту, чтобы в борту стукнул, такая шняга. Я охренел там. Баллист он там парировать собрался. Чувак, сейчас еще. Червак. Не, червяка, наверное, нету, раз ты его убил. Ну вообще, да. А что это жужжит тогда? Ладно, поползли направо так. Так а в локацию не пойдем, не зайдем в дверку? А, ну я думаю, что здесь тупик будет, наверное. Ну там серая эта хрень, она была и в одиночной серая. Я думаю, это какой-то босс может. Сейчас посмотрим, что там. Там. Ай, блядь. А, типа тут что ли? А чё кольцо ведьмы там делает? Пиромантию повышает, да? Да-да-да. И повязка, кстати, тоже, походу, что-то с пиромантией связано. Возможно, я чё-то не смотрел. Она что-то там, типа, пламя что-то там открывает всё, но закрывает, затмевает всё. Чё-то какая-то получка дописана дополнительно. Чё пишут? Впереди что-то там тёмный дух досвесит пламя. Че, давай по одному крабу уже вытаскиваем, может выйдем. О, а че я там блестяшку-то не взял, ё-моё. Жек, аккуратненько там. Идет. Сейчас, я кольцо с пёстрым камнем. Какайте его. Это что это он загорелся? Он так смотри, теперь, это он... тлеющий краб. Прошаренный краб сейчас. Вообще прошаренный. Левел 8. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас будет. С третьей профой краб. Давай, 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 ба! Зарезали. Поплыл. 1200 за краб. О, как мажу. А тебе на него хватает, да, силы? Да. Или что там надо? Силы, оп. 24-20. А, слушай, мне тебе хватает. Ну чё ты? Он я же... у него приросты неплохие, и как бы, блин, урон идёт большой один, вначале. Идёт. Чё они делают? А, во-во-во, пошёл. Ага, только я замазал. Так, паскуда. А у него мусор такой же, как у Муракуна. Один в один. Падла. Утаса! Ута! Слушай, с них осколки вообще тупо так. Вон он стоял. Какие ж? Большие или маленькие? И сейчас и большой, и маленький выпал. Вот если обломок выпадет, это будет вообще прекрасно. А, осколок, блядь. Да я как-то так это... Осколки падают с редких рыцарей там чуть дальше просто, блядь, с каждого. Они и продаются, собственно. Бесконечно. Просто не может встать нормальный краб. Да-да-да. Да, здесь осколок падает. Внимание. Так, налево блестяшечку пойду возьму. Хаотический самоцвет. По хаосу приедешь. А, ну если здесь о, я убью. Еще два. Что там такое у тебя? Крабы тут еще. Ну сколько низко можешь стрелять баллисту, мне интересно. Где целит? Где целит? А! О, может стрелять-то сюда? Я думал, он уже не попадать не будет. Нет, давай вот сюда где-нибудь. Эвакуэйшн. Давай, веди его сюда. Куэйшн, давай ему тут устроим. Оу-оу-оу. Далековато, далековато. Баллиста даже попадает. Да-да-да. Сюда давайте, за угол. Нам-то за дерево, просто за вон забежим и все. Да не, мы вот здесь
под этим самым. Где Жека? Вот. Ага, блядь, забежим так же. Сука, успокойся. Давай лучше к нам идем. Здесь нормально, запасы. Блядь, вот здесь краб. Тихо, краба. О. А не вижу здесь. Оу. Давай, 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 давай. Бам. Бам. Ищу. Оу, опа, блядь. Разогнал вечерину. Да, да, да. Прям под ней. Сейчас мы прям, ух ты, тут еще. О, бежит на нас. А-а-а! Еще один бежит. Че, два краба. Это челик. Он на меня поссал, сука. Ах ты, сука. Оу, фига он дотянул. Готов. Давай, давай, следующего. Такие просто. Ой, вообще. Морепродукты! Суши, суши! Оу! Положь на место! Бля, мне его не ударили, пока он забил. Положь, где взял. Подхилиться, пожалуй. Давай. Батная хилочка. Я этот заманил. Идет. А он уже и так идет. Я вот стрельнул только что ему. А, что тогда? Я хочу его. А землю проденешь. Шикарно. Бля, ну вот одному здесь вообще нереально, наверное. Сурово очень с ними. Они шустрые, как не знаю кто. Давайте под этим, под навесом. Чувствуйте себя как дома. Навес навесом, но тут корабль, блин. А мы, естественно, можно эту самую свалить? Я бы хотел свалить ее нахрен так. Походу нет. Как-то так не... А вот тут надо к ним подняться, смотрите. Тут какой-то склон, мне кажется. Yeah. Может здесь подняться можно? Осторожно, баллисты сейчас будут смолять. Сейчас уже, да, за дерево надо вставать. Че, вот здесь вот... А, тут нельзя. Пещера. Тут только сверху я можно. Я убил этого. А, подожди, а вон проход какой-то. Да, здесь уже этот парень стоит в рации. Я его убил. Ну так, а я дальше думаю, что там... Может, тут где-то по это самое налево, может где-то повернуть можно. Что там, кто там? А, ты там стены проверяешь. Да. Полез. Мне кажется, где-то можно типа, повернуть. Не, нету ничего. Я думаю. Надо к тетке к этой возвращаться. Да, наверное, да, кстати говоря. У тебя же сюжет все есть. Ну пойдем тогда, где туман был, а за теткой уже потом. Как за тёлкой уже для нас, потому что закрыт проход обратно. Ну сейчас-то понятно. Нет, в смысле из этой самой, из-под костра. Кстати, там же есть, помимо этой двери, там же эта лестница наверх, около этой... Той... Около занавески. Дальше. Блять, я уже отбился. Друг за другом бежим. Грамотно. Оу-оу-оу. Если что, всем трем, да, охватить. Вон, к этой, видите, там занавеска. Смотрите, там правее вроде есть что-то. Так, а вот мы туда и бежим же. Нет, правее от нее, по-моему, лестница вверх, нет? Или мне покажется? А, ну там блестяшка. Подъем. Оу. Я там уже был, там что-то... Сейчас отстаю. Пиздят из баллисты. Давайте, 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 чуть-чуть осталось. Да все, вот сюда уже, наверное, не стреляют. Стреляют. А вот здесь что? В меня. Здесь никак? Через туман. О. Можно зайти? Давай, Жека, я тебя подлечу, иди сюда. Сейчас так нас хлобысь. Богом. Ну, понеслась. Тут какая-то хрень пока спит. Давайте, пацаны, заходите. Я не могу, пока ты не начнешь. А, мне надо босса, да. Да. Она просыпается. Ёб, мать. Это тоже демон, короче. Это какой-то старый демон. О, это король демонов. Круче.
Воу! Я думаю, что надо какой-нибудь эквипчик. Вау! Бро, я за себе. Что? На пошел, он на пошел. Хера пошел. Он дышит. О, нифига он под себя дышит. Ёбан. Ай, бля. И музычка еще такая, слушай. А музычка из этого, и по-моему... А, фак. Такая. Ау. Вот это он, слушай, больно бьет. Очень больно бьет. Ай, опять огонь. Я сейчас сдохну. А? У меня осталось на один такой раз. Бля, что с ним делать? Надо как-то ловить момент, ну, когда он тебя ходит. Как вот он делает? Отходи на всякий. Вот сейчас будет. Он над собой, смотри. Обои отклеились. Ну смотри, сейчас нельзя выходить за круг. Блять, он сужается круг. Да, да, да. А теперь разужается. Зараза, меня спалило сначала. Он меня хвостом зацепил и крутил по кругу. Там опять идти. О, это в меня. О, это в меня. Слушай, ну тут на самом деле вон, можно его как-то кружить потихоньку. Кружить потихоньку банок? Банки закончились, ребята. Кому? Куда? Кружи меня! Ко мне! Так, это в меня, да? А, нет. Это ко мне. Ой. Ой, не на... А, блядь, круг! Не, в круг не пойду. Ой, бля! Бля! Все, готов. Слушай, вот это боль. Может, на него лед лучше как бы взять какое-нибудь ледяное оружие? Да, есть там такое, одна ручка. А вот у меня оно есть, может. Серьезно? Серьезно? Я нашел проход. Да, проход. Куда? Помните, где это самое? Мы начали драться с этими самыми. С тварями, с этими, с крабами. Но. Ну, там это. Там такая кирпичная кладочка, скажем так. Я в нее бил, меня отскочил. Нет, если то баллиста шмальнула, тогда можно это. А, типа баллиста? Да, она пробивает дырку. А-а-а, нифига. Давай, кто там целый, у кого есть это? Я бегу к косту. Блять, к косту. А, что за демоны? Я целый, я живой. Призывай нас тогда. Я на тебя. Секундочку. Столько... Тут плохой дядя. Ни хрена себе, вот это тварюень. Вот это падла. Как его убить? А у меня их не осталось. Отдохнуть у костра. Джек, давай. Сейчас, секунду. И за это говно мне только вот это дали? Я думаю, на этой локации ледяной меч изначально потащит. Что это силы. Такое? Что а это? Он качанный? На плюс 3. Качанный, я думаю, что он... Чего это за ересь? Да, я его на боссе лучше одену. Нет, так тут же вся локация с резистами кабины, так что... Ясно, что это за ересь. Ах вы сволочи. 157 против 200. Пофигу. У меня 172 плюс 59 наносит. А ты не там, ты смотри, на выходе уже урон. То есть, где? Ну вот, ты наговоришь на него и нажми там, я не знаю, что у тебя переключить. Урон в правой руке, там будет написано. Да, да, правая рука, вот урон. Видите, такая 172 плюс 59, ну. Не, это слева надпись, а справа статус игрока где?
А, в статус залез, в смысле. Ну, окей. Можно отсюда посмотреть тоже. Либо в статусе, да. Ой, блядь. Ну, правая Баз... рука. Ба. Геромантия изолита. Эй, блядь. Что тут не так у меня? Капец, Дима. Ну, зайди в статус. В статусе. Посмотри. Вот в статус. Сначала идет, ну, имя, конвенант, уровень души, вторая по базовая. Центру, по центру а, правая рука, 232, сила атаки. Ого, ни хрена себе, 232, видишь? А у меня с этим мечом... Ну, 170 плюс 50, то есть те же самые цифры. Ну, в принципе, да, ну, я имею в виду... Так. У меня было уже 157. Извини, у меня на этой, на моей, чем я там бегал, на клейморе у меня 280 физической. А, у тебя клеймор, что ли? Ну, вот это, с которой обычно тусовался. Я помню. Вот, которую хрень одевал меч двуручный, там 230 плюс 80, ну, там 300 с чем-то. Плюс медленный. Он медленный, что пиздец. Так. А... Вот это один. Ну что, Женя нарисовал? Да, сейчас я иду. Капец, еще одни катакомбы, блин. Гребаный изолит. Я уже потерялся, блин. А, во. Так, бля, где мое кольцо с огненным камнем-то надо напялить на себя для начала? Оно прям здесь спасет, я думаю. А, я нашел вот с пестрым камнем, вот здесь, в этой локации, оно все резисты чуть-чуть будет. Но лучше же чисто огненные поднять, не? Ну, естественно, только у меня, походу, нет огненного. Оно где-то в самом начале давалось. Ебать! Одно из первых... давалось. Одно из первых колец. Блин, ну я как всегда. У меня нет этого. Усиливает пиромантию. Не, у меня нет. Кто-то ли не видит. Надо мне отбегать. Да. Что-то мне кажется, не, не для наших, да, около 70-х левелов локации. Ты думаешь, надо выше? Нет, там когда ниже. Ниже, когда костер, вот там, да, что-то там как-то прямо, ну вообще. То еще следующий ты имеешь, что какой-то ты нашел? Да, да. Да? Там, кажется, ну, пиромантия, офигела. Сейчас. Что там? У костра нарисовал по мне. О. Такое чувство, что ты... Знак себе этот самый синистра сейчас взорвется, так мигает, аж ва-ва-ва-ва-ва. Да что, твою мать, что тут происходит вообще? Кто тут кого режет, скорее, кто тут кого не режет, да? Пирный винт. О, там чувак вот только что на костре был с таким же топором, как демона. Mm-hmm. Огненным двуручником, бля. Че, пойдемте открывать то, что я сюда? Ну пойдемте по порядочку. У меня тут все надо, да, чистить. К чему? К червяку пойдем? Давай, червячка. А, нет, стой, давай сначала направо сходим. Нам все равно потом. Oh. О. Ну, голод она направо. Сначала Герацию. Если он там вообще у меня будет. Он у меня, а, был, кстати, хотя я, кстати, не базарил. Теперь? Да что будет, скорее всего. Ну должен быть. Right away. О, да, здесь же эти жуки еще надо, блядь. О, титанит. О, блин, я сейчас на плюс 4, значит, заточу. После этого, окей, наверное, меч. Гони его, гони его, загоняй его. Блять, 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 я промазал. Давай, давай, роняй жопу эту. Блять, я не достаю до него. Такое. Сейчас гора сюжета прибежит. О, готов.
Вон он стоит. Обломок. О, хорошо. На плюс 7 можно втащить. А, слушай, так он у тебя стоит, он не будет тебя бить. Он как НПС у тебя. А, нет. А нам его бить нельзя. Почему нельзя? Давай попробуем. Это one on one, зато я могу похилять, давай ко мне. One by one. Да, кстати, мы тебя хилим. Да он как блок, по-моему. Ну да. Эй, бро, бро, ты чё, О, смотри-ка, вот, бля. Умеет, смотри-ка. Бля, да. Хорош возле меня ходить, люди, блядь. Давай, да. Мы болеем, мы говорим, братан, бачи его, свертухи ему давай, бей. Давай, так его. Да, покажи, как на районе тут живется. Просто. Ой, пошел мотылять. Это что такое? А где урон? А где урон? Ты чё, пос? Осколок. Так, с него что-то упало. О, щит. А чё за щит? Так, кстати, с него щит лавелет. А, ну для парильщиков. Левелина. Ну, это выглядит, наверное, классно, конечно. Вот он. И еще один. Ой, я нашел, кстати, щит желания. Он больше душ с врагов. Стасовый. А где нашел? Не помнишь? А вот в этой локации он, кстати, дальше будет, по идее. Так, окей. Что, миссия принята. Я, пожалуй, тогда с ним А, блять, он тяжелее, чем. Придется чуть-чуть что-то убрать. Кувырок не удастся, если что. А, факел не нужен. Жир слишком жир. Надо что-то убирать. Бирный, разжирел. Не, я как большой меч снял, у меня вообще и Хавил даже кольцо снялось. Все прекрасно стало сразу. Так, где. Откуда баллиста вообще? Оттуда вон, я за деревом спрыгнулся. Ну пока что направо идем, чё, потом налево сходим. Сейчас этого замочим. Погодите, выводите его дальше по дереву. Кого? Краба тут. А, да, конечно. Ах ты ж, я тебя уронить. Кстати, почти. Ну-ка лежать. На, блядь. Под баллисту вышли, на самом деле. Вот так всегда. О, идет. А, нет, не идет. Ныряем. Ох ты, ёб! Надо еще под навесик встать, они попадают сюда. Ну так вот, да, вот здесь не попадают. One moment. На, а! Промазал. Огненный прямо. На огненной локации? Да. Других нет, извините. Эки вы, батенька, извращенец. 25 урона норм. Да их мало. Ишь ты какой, хотел меня ударить. Я ему уже там 1500 дамага влетело. Ну с этими мечами здесь явно веселее. Ну по идее да. Лётом нормально. Прёт. Во. Пати хард. Второй, наверное. Не пойдет. Оу. Спам его! Че живой? Затыкали пацана. Он просто не успевает встать, блядь. Да. Это типа в соло, да? Решил типа. А слышь? Так, а чё? Оп. Ой, давайте я подлечу немножечко. Окей. Оп, хилочка. И сейчас только баллиста лачпунь. Сейчас только подлечил. Пускай лучше, пускай Сай, сейчас пускай сам к нам идет, сейчас я его. Давай, конечно. Че, зря что ли кого? Не залетаешь, что ли, пока? Опа, да, не долетает, я... сильно плечом, Джека, выше бери.
Да не, дело в том, что я... Заметь, баллистику, да, сделали стрел? Её ж не было. Была настолько жесткая. Не, была она. О, упал, все, красавчик. Фига, он что-то не идет. Он настолько далеко, что капец. Идет, идет. А, во, идет, идет, идет. Он же бочина идет. Пофиг, он всегда бог. Бобочина. Бочина, бобочина. О, давай, прямо в морду. Че, он не пошел даже раньше? Эл! А он что, да? Эл! Вот, есть контакт. Воу, кусается. Херач этого. О, покемона. Блин, тот сныканный. Нас херачить начнет. Я думаю. Погнали к нему за дерево. Да, давай. Только, по-моему, там еще один, нет? И он один. Дуэт. Один. Оп! Роняй его, роняй, пацан, дышит. Оу. Бля, успевает один раз. Килл. Еще один бежит. Че, отводим, нет, не отводим. Ну сейчас получим, значит, отведем. Ох ты, блин, чуть не попал. Собирай блестяшки, а потом будем эту стену открывать. Я пойду открою. Ну давай, пойдем посмотрим, что там. А, она уже открытая. Уже пробил кто-то. А, внизу дырка, ни хрена себе, прям в земле. Оу. Че, мы туда, что ли, сейчас пойдем? О, блин, хаотический самоцвет, это хорошо. Там просто этот самый есть. На босса-то мы сюда можем с костра еще пробежаться. А там именно еще один костер и дальше лока. А, так а нафига нам туда? Ты говоришь, там какой-то вообще огонь. Костер сожжем, если пройдем. Да, костер там, да. Давай попробуем. Давай сначала тогда соберем. Собирай дерьмо. Ну, тогда, да. Вот там собирай вот у стены, вот здесь за деревом справа будет что-то. Окей. Ну хорошо, тогда сейчас дову. А, подожди, тут еще червяк сначала. А, да, еще червяка убивать. Там щит будет. Давай, оббегай червяка, оббегаем. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Сюда. Вот сейчас его бить можно. Два удара. Блять, я не успел отойти. О, Жека отошел. Он прямо в меня нырнул. Да ты. Я пошел. Нихуя себе. И баллиста такая, херак, вдогонку. Я пошел на. Не, ну это да, конечно.